Продолжаем выпуск. С этого года выпускники медицинских специальностей обязаны не только сдать экзамены, но и пройти аккредитацию. Без нее не будет допуска ни в ординатуру, ни к работе в больницах. Как и во всех вузах, аккредитация прошла в ХГУ. Мы побывали на одном из заседаний и узнали, хорошо ли учат будущих врачей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За считанные минуты успеть помочь человеку, которому стало плохо сердцем, обязательный навык для каждого медработника. Это хоть и манекен, но не простой, а учебный. При правильном массаже и искусственном дыхании компьютер покажет, что пациент пришел в сознание, а значит, экзаменуемый успешно выполнил задание. Помимо реанимации, будущих медиков проверяют на умение оказать экстренную помощь, провести диспансеризацию и физикальное исследование. Реанимационное мероприятие выполнено успешно. Помогите следующую станцию. Волнуешься, что можно где-нибудь пропустить алгоритм или манипуляцию. А я считаю, что вот этот этап по сердечно-легочной реанимации, он очень важен. Даже рекомендую, чтобы любой гражданин умел делать такие простые вещи. Знания испытуемых оценивают не преподаватели ХГУ, а практикующие врачи, а все результаты передаются в Москву. Экзамен похлеще ЕГЭ, говорят студенты, оттого и градус напряжений высокий. Хотя все и не раз проходили практику в больницах, выпускники волнуются. На кону их будущее. Без аккредитации они не смогут работать врачами. Такие экзамены должны быть, но объявлять о них надо заранее, не так, как нас предупредили об этом за полгода. Поэтому подготовка была достаточно такая у нас серьезная, но все равно волнительно. Учинить будущим медикам двойной экзамен Минздрав России решил после того, как отменил интернатуру. Теперь сразу после окончания вуза студенты обязаны пройти аккредитацию, которая становится пропуском в ординатуру. Более того, те, кто не поступит в нее, смогут работать терапевтами и педиатрами. В ХГУ 42 выпускника прошли аккредитацию, но продолжить обучение по специализации смогут чуть более половины. В этом году во всех вузах России снижено число бюджетных мест в ординатуре. Конкурс в ординатуру будет большой. А процедура аккредитации влияет на прохождение, потому что вот этап тестирования сложный, о котором я говорила, он является определяющим, то есть количество баллов в процентах, которые набрал аккредитуемый, учитывается как результат тестирования. Результаты аккредитации в ХГУ оценивают позитивно. Практически все справились с заданиями и тестами. Это подтверждает уровень образования в университете, который уже не на словах, а на деле играет важную роль в обеспечении кадрами медицины Юго-Сибири. 13 выпускников этого года отправятся участковыми терапевтами в Абакан, Майна, Сорск, Минусинск и Шушинская. Марина Канадакова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. События недели.